говоря, один. Зажигание. Понял, вам дается зажигание. Желаю вам доброго полета. 12 апреля 1961 года в истории нашей страны происходит легендарное событие. Советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый пилотируемый полет в космическое пространство. 1961 год стал значимым и для Вытегорского района. Исполком областного совета народных депутатов трудящихся вынес решение об открытии в Вытегре детской музыкальной школы «Семилетки». 20 августа 1961 года Вытегорская детская музыкальная школа начала свою работу. Школа располагалась в деревянном здании на Советском проспекте. Преподавание велось по двум классам – фортепиано и баян. В школе обучалось 32 учащихся. В подготовительной группе занималось еще 12 детей. Уроки вели опытные, любящие свое дело педагоги. Вера Ивановна Новик, Вера Павловна Куличенко, Ксения Сергеевна Сердукова. Первым директором школы был назначен Глушицкий Станислав Филиппович. Его преемниками на посту директора школы стали Бибиксаров Александр Александрович и Бредец Зоя Ивановна. В дальнейшем с предоставлением более подходящего помещения на проспекте Ленина открылись новые классы. После окончания музыкальных училищ на работу приехали талантливые педагоги, что привело к дальнейшему развитию школы и взятию новых высот. С 1972 года на работу в родную школу в качестве преподавателей вернулись выпускники разных лет и специальностей. Преподаватели школы активно занимались художественной самодеятельностью города и района, оказывали шефскую помощь совхозам и колхозам, участвовали в субботниках. В 1987 году совместными усилиями директора Белоручейского леспромхоза Лысанова Валентина Матвеевича, начальника районного отделения культуры Зинковой Веры Петровны и директора Вытегорской музыкальной школы Фадеевой Татьяны Константиновны, возглавляющей школу с 1985 по 2004 годы, в поселке Белый Ручей открылись классы баяна, аккордеона и фортепиано, в которых занималось 30 детей. Сначала в Белом Ручье уроки вели преподаватели из Вытегры, а в дальнейшем выпускники школы. Более 30 лет бессменным преподавателем музыкальных классов в поселке Белый Ручей является Старовойт Ольга Владиславовна. Человек, увлеченный своей профессией, преданный музыке и ученикам. На протяжении многих лет концертмейстером хоровых коллективов является Шилывина Наталья Валентиновна. Возвращение на работу в родную музыкальную школу уже становится традицией. С 2008 года в школу в качестве преподавателей по классу баяна, фортепиано, синтезатора и духовых инструментов вернулись выпускники, получившие специальное музыкальное образование. Они успешно продолжили дело старших наставников, знакомя с прекрасным миром музыки уже своих учеников. В России много предыдущих поколений старались дать своим детям музыкальное образование. Считалось престижным приобщать детей музыкальной культуре. Потому что ребенку музыка дает море эмоций, чувство ритма. Ребенок, занимаясь музыкой, становится коммуникабельнее, человечнее. Только уважение вызывают родители, которые приводят детей учиться в школу искусств, чтобы ребенок стал всесторонне развитым, успешным, следовательно, счастливым. Так пожелаем все вместе нашим детям радости в жизни, умения достигать поставленных целей, быть востребованными в современном обществе. С 2004 по 2015 годы музыкальную школу возглавляла Ермолина Анна Евгеньевна. Ею был создан народный коллектив «Ансамбль русских народных инструментов «Сияние Севера», который на протяжении 15 лет радовал жителей города и района своим творчеством. В его состав входили преподаватели, ученики и их родители. Коллектив проводил большую музыкально-просветительскую и концертную деятельность. Был дипломантом многочисленных районных и областных фестивалей и конкурсов. А в 2012 году стал лауреатом второй степени международного конкурса «Жемчужина Крыма». В августе 2014 года при помощи и поддержке губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича и правительства Вологодской области музыкальная школа переехала в благоустроенное здание по проспекту Ленина в городе Вытегра, что дало дополнительные возможности для развития учреждения. В 2016 году в учреждении открылось художественное отделение, и школа получила статус детской школы искусств. Художественное отделение открылось в сентябре 2016 года. Мы реализуем две образовательные программы.
Первое – это общеразвивающая программа для детей от 7 до 10 лет и предпрофессиональная программа для детей с 10 лет. В прошлом учебном году у нас был первый выпуск художников, которые получили свидетельство Министерства культуры Российской Федерации. Приятно, что двое из них продолжили обучение, поступив в профессиональные учебные заведения по художественной направленности. В школе искусств проходят выставки. Ежемесячно обновляется экспозиция фойе школы. Также выставки в киноконцертном зале «Волгобалт». Обучающиеся принимают участие в различных конкурсах от школьных до международных, где достойно представляют нашу школу, занимая призовые места. В школе искусств успешно реализуется более 20 дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ. В настоящее время школы посещают 280 детей. С 2016 года в школе искусств для детей дошкольного возраста открыты группы раннего эстетического развития, где малыши занимаются музыкой и изобразительным искусством. Занятия в группах раннего эстетического развития раскрывают творческие способности детей, помогают приобщиться к миру искусства. Практически каждый выпускник группы раннего эстетического развития поступает в первый класс школы искусств. Главной гордостью школы являются ее преподаватели – творческие, любящие детей и свою профессию. Более 90% преподавателей музыкального отделения являются выпускниками Вытегорской детской музыкальной школы. Искусств лежит большая ответственность продолжать традиции, заложенные старшим поколением преподавателей. Ежегодно школа искусств принимает активное участие в концертных программах, выставках. Мы гордимся нашими юными музыкантами и художниками, которые радуют нас своим творчеством, дарят отличное настроение и незабываемые минуты прикосновения к прекрасному. Участниками концертов и выставок являются не только обучающиеся, но и их наставники, преподаватели, которые становятся для своих учеников хорошим примером для подражания. За 60 лет школа выпустила не одно поколение выпускников, многие из которых после ее окончания получают музыкальное образование в средних и высших образовательных организациях. Они всегда с теплотой вспоминают время, проведенное в нашей школе, и шлют свои видео-поздравления. Хочу от всей души поздравить Вытегорскую музыкальную школу с ее юбилеем. Здесь я проучилась 7 лет по специальности фортепиано. Музыкальная школа заложила во мне фундамент знания музыки. Поздравляю всех с юбилеем нашей музыкальной школы. Желаю процветания, большой удачи и творческих успехов. Поздравляем всех преподавателей и учеников Вытегорской школы искусств с этим торжественным праздником. Желаем продвижения, творческих успехов и всего самого-самого лучшего. С юбилеем! В 2021 году состоялся первый выпуск учащихся художественного отделения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись». Одна из выпускниц школы Кононова Алена стала студенткой Вологодского губернаторского колледжа народных промыслов. Что дала мне школа искусств в итоге? Любовь творить, знания, которые так важны художнику и просто творческому человеку. Я искренне вас поздравляю с юбилеем и желаю двигаться только вперед. Есть среди выпускников и те, кто профессионально связал свою жизнь с музыкой. Уважаемые педагоги, ученики, выпускники, все те, кто имеет какое-либо отношение к Вытегорской музыкальной школе, поздравляю всех вас с 60-летием. Школа стала для многих поколений детей домом, родным местом, где тебя всегда ждут. Уважаемые преподаватели, выпускники и ученики Вытегорской школы искусств. Я от всей души хочу поздравить всех нас с такой прекрасной юбилейной датой. Пусть всегда в ваших сердцах звучит музыка. Вытегорская школа искусств не только хранит свои традиции, но и развивается. Открываются новые специальности, внедряются новые образовательные программы, укрепляется материально-техническая база учреждения. С
С этого учебного года классы школы искусств в поселке Белый Ручей размещаются в отремонтированном здании Дома культуры «Юбилейный», где детям созданы все условия для занятий музыкой. В 2022-2023 годах Пятигорская школа искусств станет участником региональной программы «Детская школа искусств. Вектор развития» и национального проекта «Культура», в рамках которых учреждению будет выделено финансирование на проведение капитального ремонта здания, оснащение школы музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. У нас большие планы, которые нам предстоит реализовать. За время своего существования школа стала центром художественного образования детей и подростков. Здесь созданы необходимые условия для личного развития, художественного творчества детей, их профессионального самоопределения. Школа искусств – это наш второй дом. Здесь всегда самые добрые учителя и самые интересные уроки. Здесь всегда красиво, уютно и весело. Все выпускники школы искусств станут известными художниками и музыкантами. Школа для меня как второй дом. Место самых теплых воспоминаний, куда хочется приходить вновь и вновь. Преподавательский коллектив школы, сохраняя традиции своих предшественников, постоянно ищет новые формы и методы обучения и эстетического воспитания подрастающего поколения в категории.